Занимался баскетболом 6 лет. То есть, типа, у меня основная цель была стать профессиональным баскетболистом. После разговора, как мы там уже поговорили о барберстве, я выхожу, типа, после его стрижки, он постриг все четко меня, типа, я выхожу с таким ощущением, будто я уже барбер. Потом я прихожу домой, говорю маме, там, мам, я этот, буду учиться, короче, стричь. Она так на меня посмотрела, ну, чуть не догоняла меня. Такая говорит, Виталик, типа, ты ку-ку. Я говорю, да чего, ну, типа, там, ну, баскетбол основная цель, а это будет, как у меня там, хобби, там, стрижечки. Ну, мама тогда, ну, не поддержала, грубо говоря, меня, потому что я как-то так спонтанно все так резко высказал. Ну, короче, как-то потихоньку начал стричь. Стрих я с ним, с Сережей, месяца 3-4. Ну, уже именно серьезно, грубо говоря, с нуля.